Привет, ребятки! У нас снова выходной, и мы вышли погулять к морю, к зимнему. Вот такое море. Сегодня солнышка нет, выходим, собираем ракушечки. Ракушечки бывают разные. Мы собираем, сейчас я вам скажу, какие покажу. Разные есть ракушки, конечно, но мы уже за столько времени, уже столько их насобирали. Миллион. И как-то уже, куда их солить? Хотя у меня с детства такая болячка. Ходить вот это, собирать ракушки. Камушки красиво, вот мил. Возьмем ее домой. Будет жить с нами. У меня мечта такая, знаете, эту стеклянную какую-то такую капсулу. Стеклянную. О, Мила что-то нашла. Смотрите, какая. Да. Смотрите. И стеклянную капсулу потом сложите. Насыпать ракушек в капсулу, будет красивенько. Сейчас я положу какую-то сумочку свою миниатюрную. Всевозможные, конечно, ракушки. Сегодня погода нас не радует. Нет дождя, спасибо и на этом, конечно. Ну, конечно, когда солнышко, оно потеплее. Солнышко возле моря совсем прям прохладно. Мы сначала прошлись вдоль кромки воды туда. Если было бы солнышко, можно было пёселей наших взять погулять. А так они ж мёрзнут у нас, цуцики. Возле дома выгуляли их, так они дрожали, как соплаки. Такие всякие разные тут. Всевозможные. Что-то там Мила красоту нашла. Слушали. Розовенькая, нежная. Такие еще есть, конечно, большие. Я больше не вижу. Они это, редко встречаются. В основном они настолько тоненькие, что они все время это, треснувшие. Целых не найдешь. Очень даже свежо. Там в городе не так холодно. Здесь возле морюшка. Хорошо, когда солнышко. Вот, ребятушки. Спрашивайте у меня, когда, как у нас дела. Да как у нас дела? Дни сменяются неделями.
работаем. Живем, работаем, хлеб жуем. О, вчера, короче, вечером было мероприятие. Ого! Вчера было мероприятие. Смотри, какая ракушка была. Выпила, короче, вчера я виски. Ой, большая, мила. Джек Дэниелс. Короче, не мой напиток, я поняла. Смотрите, какая. Не мой напиток, я поняла. Что? Не. Мой напиток это вино. Потому что не пошло как-то оно мне. Как-то. Не, сначала было хорошо, а потом как-то было. Ну, как. Не, голова не болела, ничего такого, ничего не это, вы не подумайте. И выпила-то я всего там 50 грамм. Ну, для меня как-то крепковато, наверное. Вот. Что мы сегодня? Мы сегодня хотим... Сейчас ждем... Что бродим вообще, собственно, здесь? Ждем автобус. Сейчас автобус в соседний городок. Хотим поехать, а там новый открылся китайский магазин. Новый китайский магазин. И мы хотим там купить новогодние огонечки нам. И вообще просто походить. Потому что сейчас все магазины уже закрылись. Сейчас у них сиеста, обед и все такое. Мы сейчас съездим и потом домой пойдем. После магазина огонечков хотим купить новогодние. И лежать домой. Вот еще одна. Смотрите, какая прикольная. Да? Такие прикольные, конечно. Но ракушки только зимой. Летом чистят пляжи постоянно. Тут зонтики и все. И ракушек нет. Их чистят. Счищают. Поэтому, если насобирать ракушек вы хотите, то это только зимой. Летом не получится. Сегодня выпускали собак. Боже, а оно ж прохладно. Боже, а наши цуцики вот это. Короче, дрожат. Я говорю, что вы это? Ну, гулять не вариант вообще на море. Это только теперь весной на море их. Ой. По поводу беженцев. Короче, у нас здесь осталось один отель только. По-моему, насколько я знаю. Остальных всех уже... Вот сегодня даже воскресенье. Что удивительно, что воскресенье. Отель Европа. Ну, я только не поняла, весь отель или только половину. Сегодня вот большим автобусом вывезли. Куда, не знаю. Потом почитаем в телеграме. Вот эти группы разные в телеграме существуют. Там украинцы в том городе, в том. Вот эти вот называются группы. И ты находишь себе, где ты находишься. И подписываешься, читаешь последние новости. Короче, остался один отель, по-моему. Такой крупный, там 93, по-моему, украинца живет, но их еще не выселяют. Вот что-то мы тенденцию, я не знаю, может быть, потому что сегодня солнца нет, что там нету чаек. Вот такие тут хорошие бакланы ходят крупные. Где? Это вороны какие-то, это не чайки. Чайка? Ну идем на пугай. Это а какие-то мелкие воробьи. Нет, это чайки. Спасибо, то чайки. Да. А, ну то маленькие чайки. А то есть вот эти бакланы здоровенные. Да, пошли уже от моря. У меня уже рука замерзла, я уже замерзла. В Риме, да? Когда мы были в Риме, вот там бакланы, ребята, там такие здоровенные. Так они говорят, еще ж могут напасть. То есть, если ты что-то кушаешь, держишь в руках. А может подлететь, блин, отнять, у тебя выхватить. То есть надо быть аккуратно с едой, иначе ты можешь остаться без бутерброда. Вот, короче, отходим мы от моря, бо... Ну, оно не то, что там, конечно, не мороз, не это, но прохладно, честно говоря. Вот, так мы ждем автобус. Сейчас на автобусе. Там я не знаю сколько, а сколько остановок примерно мил? До Розетта. Угу. Это, но он же А сколько по минутам? Ну, минут 15 на автобусе, на поезде минуты 3. 15 минут на автобусе. Короче, сейчас прогуляемся, поедем. Я
Я надеюсь, что автобус будет, потому что в воскресенье у них в два раза меньше автобусов почему-то. Ну, они развозят, в основном же на автобусах кто ездит? Ездят гастарбайтеры. Гастарбайтеры, которые приехали, здесь работают. Украинцы, пакистанцы, эти, как они, господи, негры, короче. Не, бывает, и итальянцы ездят иногда, выгоднее им ездить на автобусе. Не, школьники, да, поэтому в будние дни автобусы очень часто, а в выходной день школьников нет, уже их в два раза меньше. Вот. Иногда итальянцы тоже на автобусе подъезжают. Я такое наблюдала, стоит машина, он такой на автобусе, я выхожу на остановке, со мной выходит дядечка такой на остановке, подходит к машине, заводится и поехал дальше. То есть откуда-то сдалека автобус приехал там с соседнего города. Ему выгоднее на автобусе заплатить там билет евро 20, чем, наверное, потратить бензин. Ну, это уже кому как нравится, как говорится. А кому-то нравится вообще на велосипеде ездить. Но это не показатель, что человек не может позволить себе машину. Просто ему нравится. Так экономнее там, или я не знаю, как это считается. Вот, все закрыты барчики на набережной, ничего не работает. Хотя, не, ну с той стороны набережной там открыты бары, чтобы кофе выпить. А со стороны моря ничего не работает. Вот. Да, это серьезно, вот это, бля, я что-то думала, что это чтобы чемоданы. Нет, нет, они так водят, там, что вот для них дорогу, ветер, они так идут. Ну да, логика, а тут зачем, главное? А, может быть, там обрывается, что там дальше не надо идти. А зачем сюда помогать? Ну, постоять возле фонтана, я там знаю. Ну, прохлада, я там знаю. Хотя, логичнее было бы, если ввели бы эти дорожки к лавочкам, правильно? Фу, блин, я думала, ты видишь цепь сзади? Да, ты тоже подумала. Она ржавая цепь, я подумала, это куча. А потом понимаю, что такой кучи просто не может быть. И потом уже пригодилась и понимаю, что это вот, якорная цепь. Подошли вот сюда вот. И почитали. Да, а, и да, почитали. Ля. Прикольно сделали. Интересно, как они вот это вот вычитывают пальцами? Чего? Вот это дамбуку, это храм. И так вот они так вычитают. Очень даже понятно. Капец. Интересно, конечно. Как ты видишь, да, они тут тоже. Прикольно. Ну вот, это Ария Амбарюса, какая-то, я не Петрова, это Ария. Ну как вообще, неужели понимают, ну как это можно понять вот так на ощупь? Конечно, понимают, но кому это нафиг надо, они сюда не подходят. Ну, видишь, может быть. Это, знаешь, что это типа как здесь все, они сюда подходят? Ну, план, и план, где, да, они, где типа, что вот, находится. Вот, лавочка, да. И они вот так вот курят, куда можно пройти. Вот эту дорогу. Ну, такое, конечно, сомнительно, что слепой, если один, то может не заблудиться, да? Это откуда начинается? Да. Видишь, и только до этого здания. А дальше уже не... Дальше инвалидам не надо. Ну, дальше, наверное, опасно, типа, инвалидам, видишь, нет, дальше. Нет, просто на что выделили деньги, там... На том и хвата. Ну да, это ж вот сделали новую в этом году кусочек набережной. Короче, ребята, сейчас я вам покажу. Короче, купили вот такая карамель. И там лимончик. И Мила купила еще такая, знаете, тоже желе. Ну не знаю, толщиной. Ну, какой толщиной? Вот такой вот, да? Да. Палец, большой палец, только она такая здоровенная, я не знаю сколько, полметра палочка. И это, внутри йогурт, Мила говорит. Короче, за все заплатили 4 евро. Я до сих пор в шоке иду, в состоянии аффекта, блин. Мам, ну смотри. Что будем? А зато будем знать, что больше покупать мы не будем. Охренеть. Я в шоке просто. Так, идем на станцию сейчас. Посидим. А, вот Мила сейчас достает, Мила. Вот, бачь ты, якая палка. Ну, она длиной там уже ломала ее. Все кьюза. Ребята, везде все кьюза. Все
Обеденный перерыв. Обеденный перерыв потом. Там. Уже у них начались. Да какие начались? Еще ничего нигде не началось. Все к юзу. Короче, вот мы едем вот такой автобус между городами. Ну, такими, не то что городами, прям поселочки такие друг с другом рядышком находятся. Вот такие комфортабельные автобусы. И когда ты собрался выходить, вот там вот видите, вот вверху вывеска. Вот тут везде на сидушках, вот на этих, там кнопочки такие есть. Вот смотрите, видите, впереди он красненькая. Вот тут вот сбоку. Ты нажимаешь, оно вверху мигает, и что ты заказала остановку, и он остановится обязательно. Ты встала и вышла, все. Короче, сейчас мы доедем до Розетта, а там далее будет видно.